Вот он стоит. Откуда я знаю, кто там, что там, блин? Так, Коля. Если бы я знал, что вы, я бы хрен бы убегал. Тем более знаешь, что с вами Коля шагал. Колю покалечил. Давай, загружаем. Бросайте мне купил. Загружаем быстрее. Ну что, мне сопротивление оказывается. Еще одну статью. Давай быстрее, не тяни время, человеку разорвал пузо. Ты о чем говоришь? Как это разорвал? Элементарно, посмотри, у меня все в крови. Ты что, мне мозги, ты инспектор? Ты о чем говоришь-то? Ты куда летел? Я тебя 200 метров оттуда останавливал. Тебе остановиться надо было. Веревка. Какая веревка? Ты до веревки доехал. До веревки 200 метров. От поворота ты сюда прилетел. Я об веревку разломал себе все. Вы что? А какую? Ой, а какую не веревку? Ё-моё. Иваныч. Давай, быстренько грузи мотоцикл или иди домой. Все равно тебя вызову сейчас в милицию. Зачем ты будешь вызывать? Давай быстрее. Нормально мы с человеком договорились. Говорить, Иваныч, сюда человека сейчас его везти. Я на трассу пошел. А? Я на трассу пошел. Коля, ты что, Коля, ты, подожди, пистолет прибери. Коля, самое главное. Че это? Понимаешь, че это? Снял его? Знаешь его? А, да знаю я его. Да яйца серьезного. Че там яйца, блядь? Я машину пиздец, твои яйца. Что там у тебя с яйцами? Да я сейчас ничего тебе покажу. По морге, блядь, по пузу. И свалил. У меня есть лицо на видео, он меня знает, по фамилии называет. Говорит, ты убегаешь.